Разнообразить? Ну да. Может быть, нам стоит как-то, чтобы нас было не двое. Ну, допустим, трое. А? Валера, ты серьезно? Валера, я так счастлива! Валера, я так давно об этом мечтала! Правда? Конечно! А что ж ты мне в первый день-то не сказала? Ну, не знаю, я как-то боялась тебя спугнуть, что ли. Спугнуть меня? Ты что, все мужики об этом мечтают? Валер! А? А ты хочешь мальчика или девочку? Что за вопросы странные такие, Наташа? Не, ну, конечно, да, девочку, конечно, я девочку хочу. Странно, обычно мужчины мальчика хотят. Какое-то странное представление о мужчинах.